Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем мы разбирать трек. Продолжаем разбирать. Это второй эпизод. Скажу, что на промо-диджей нововведение. Там, значит, топ-100 теперь просчитывается не за общее количество пиар, а по разделам, по стилям, по там всякой ерунде. В общем, любой, кто, у кого там что-то в топ-100 попало, какое-то он место себе занял на каком-то из моментов, тем уже поприходили сообщения от поддержки о том, что нововведение прошло, и хорошо это или плохо, много можно обсуждать, но, по крайней мере, за год мой трек занял второе место в номинации к Clubhouse. Все, значит, продолжаем разбор. У нас начинается уже с этого места. Примерно мы до этого сделали. То есть отсюда мы начинаем разбирать, в принципе, да? Вот. В конце, значит, на этом уроке мы дойдем, я сейчас скажу, до куда. Вот это мы будем разбирать. Вот до вот этого трансового момента. Я надеюсь, мы это разберем. Значит, в первую очередь, конечно же, фортепиано, все то же самое, да? Да, то же самое фортепиано, мы его, собственно, возьмем и скопируем. Абсолютно все то же самое здесь будет у нас. Так, раз и два. Опа, сейчас. Помним, да, у нас тут был беспонтовенький такой бас. Бас, точнее, ударник, кик. Ну, больше он не кик, а как будто бы взяли коробку из-под спичек и по столу стукали. А сейчас уже конкретный кик. Причем такой у него высокие частоты есть хорошие. Давайте сейчас послушаем, там, по-моему, какие-то были перкуссии перед этим. Нет, тут просто хлопок и реверсированный хэт. Мы его потом добавим. Значит, сначала сейчас основное сделаем. Итак, ударник у нас теперь уже основной идет. Состоит он пока что из кика. Немножечко в начале есть такие звуки. Мы потом их сделаем неким эффектом и просто будем пускать звук в эти моменты эффекта. У меня есть такой похожий звук где-то там есть. Сначала кик, 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 дыш, кик. Кик у нас какой? Ага. Почему я в дабстеп вообще нахожусь? Я ну-ка выхожу. У меня это Electro Essentials. Ой, 13-й. Почему-то его везде использую. Но он хороший. Мы его потом будем выравнивать по звуку. Итак, сведение и мастеринг. Вы прекрасно помните, что будет попозже. То есть где-то как все доделаю. Так, просто кик. Ага, вот здесь уже другой он. Клонирую и ставлю другой. Не тут-то было, он тут вообще разный. Значит, кик остается тот же. То есть вот так я делаю раз. Два. Здесь у меня кик остается тот же, а здесь мы будем мудрить. Тут с хлопками и со всей ерундой. Состоять у нас будет паттерн из 8 штук. Нет, из 16 штук. Вот так, да.
и смотрим, как хлопки тут располагаются. Ага. То есть хлопки постоянно идут. Сейчас еще раз, хлопки какие тут? Такие маленькие, непринужденные хлопки, хлопочки. Что-то похожее, да? Нет. Вот эти. Ставим, ставим, ставим. В конце их там будет, по-моему, побольше. Вот так, по-моему. Сейчас послушаем. Да. Итак, у нас тут немножечко заминочка. У нас тут немножечко был звук такой цк. То есть он длинный, да? Open hi-hat, посмотрим. Будет там такой звук или нет? Kimball's open hi-hats. Какой же это open? Давайте... Давайте у нас будет вот этот, а? Или он вообще отличается? Не, нормально. Итак, и у нас так идет тух. Угу. А, я понял. Я понял, как это делается. Это берется он один раз. И потом нажимаете, смотрите, на кнопочку вот эту. Значит, у нас звуки, те, которые располагаются на вот этой дорожке, на вот конкретном, да, звуке, они у нас будут сами вот эти квадратики, мы будем разбивать по ноткам. Итак, если у нас этот будет, то этот будет какой-нибудь. Ну, соль, допустим, давайте. То есть немножечко опустим звук. Вот как. Какой я хитрый. Точно. По-моему, даже соль там и есть звук, да? Ну-ка, сейчас попробуем. Сейчас мы попробуем. Да, он и есть. Вот круто, здорово. Так. Так, я что-то уже из-за этих звуков не слышу оригинал. А, он такой маленький был. Маленький. А знаете, как маленький сделать? Опять же, включаем вот этот, вот эту крутилку управляемую и переводим это все в Pian Roll. И у нас получится вот... Ага. У нас получится ерунда. Так, значит, наоборот, мы должны делать так. Короткую. И здесь такой же примерно длины. А вот здесь. Вот здесь где-то. Сейчас мы ее поставим, где она там будет находиться. Сейчас. Угу, все готово. То есть там в некоторых местах есть полностью открытый, да, этот хай-хэт. Полностью. А в некоторых местах чуть-чуть так. Цик и чуть-чуть. И тот же самый звук обязательно должен быть, только немножечко обрезанный. Ну, собственно, так и получилось. Сохранить.
Так, дальше смотрим, что там у нас получается. Отключу свои добавленные звуки. Слушаем. То есть в этом месте кика нет. Ага, тут вообще там разнобой получился. Клонирую. Там у нас хай-хет появился. Простите за столь долгое молчание. Я дал время отдохнуть от моего голоса. Значит, все, сейчас я клонировал вот эти мои хлопки и хэты, и сейчас я их немножечко буду изменять. Во-первых, добавлю еще одни закрытые хэты, потому что они начинают цокать у нас, цокотить. Вот послушайте. Такая еле-еле на слабую долю. Ну вот давайте вот этот очень такой мягенький, на слабую долю цокотящий цокотун. Цокотящий цокотун. Так, так, есть. Так, теперь слушаем дальше, что там такое. То есть абсолютно так же вот этот скч. Но там, вот здесь, в этом месте, что-то такое красивое. А, там два раза чик-чик, два раза хлопок. Сейчас я поймаю этот момент, где это. Вот здесь, по-моему, чик-чик. А ну-ка, сейчас послушаем. Да, и причем здесь один хлопок, вот этот, он потише. То есть я нажал на кнопочку громкости. Velocity, даже не громкость. Громкость это у нас... В общем, ребят, это громкость, ладно. Значит, ну так, да? Послушаем. Чуть-чуть добавлю. Угу. Так, слушаем, что там у нас происходит дальше. В серединке я сделал эту штуку. Вы знаете, там более такой крутой хлопок. Надо его добавить здесь аккуратненько где-нибудь. Вот этот я его аккуратненько сюда раз. И тихо-тихо-тихо-тихо вот так. Раз. Сейчас послушаем. Так, его надо чуть-чуть назад. Пиан ролл и сюда назад. Вот так. Раз. О, получилось, да? Красиво, красиво.
Так, все, дальше идем. Знаете, тут в конце такая же песня идет. Так, чик-чик. Сейчас. Как же что-то будет оно? Все, отлично, замечательно. Только теперь вот эту надо мне хвост убрать, потому что он мне компьютер не понимает, что я от него хочу. Все, теперь будет все нормально. Все, так, слушаем. Выключаю все мои звуки. Ох, так. Теперь то же самое, только два раза цикает наш закрытый хэд. Два раза цикает закрытый хэд. Опять клонирую, опять выстраиваю. Так, по два раза цокает, да, я говорил. То есть вот так цик-цик-цик-цик. Сейчас мы поставим это цик-цик, цик-цик. Ой, ё-моё, вот это все выставлять мне. Ну ладно. Потом это мы все выровняем, сделаем. Все. Так, все, дальше лень. Давайте послушаем. Давайте послушаем, что оно вообще у меня получается, что за беда. С киком, со всей этой ерундой, то есть я отключаю оригинал и слушаю, что же за звуки, и буду выравнивать. Сейчас будет ужас, наверное. Скорее всего, будет ужас. Он без баса, к тому же, сейчас. Вот чуть-чуть похоже. Но это будет потом более явно выглядеть, когда мы сейчас бас забабахаем. А забабахаем мы бас прямо сейчас. Куда мы его всунем? Вот сюда. Здесь у нас будет бас, паттерн шестой. Оригинал. Ага, тут значит бас звучит следующим образом. Туду ту туду ту ту туду ту ту туду ту туду ту туду ту ту туду ту. И сейчас звук самый хорошо слышно, видимо, вот здесь. А ну-ка. Ага, вот он, да, трубный наш бас. Знаете, как пластиковые трубы есть? И вот когда ими дудишь, такой звук получается. Ну,
Ну, давайте. Ага, бас еще из двух звуков состоит. Вы знаете, один более глухой и более пространственный, другой как труба пластиковая, сантехника, и в серединке. Значит, мы это и сделаем. Сначала добавляю бас, который будет у нас объемный везде. Это будет Silent 1. Это у нас будет объемный бас, который сзади, и который у нас распределяется по кругу. Включаю раздел BS, 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 вот, и ищем. Сейчас. А ну-ка, мукбас, что это будет у нас, похоже? Нет? Да, мы накрутим. Итак, все, сейчас мы подберем звук. Сейчас мы подберем звук. Фа диез. Ну да, собственно, так оно и должно быть. Да, действительно, когда кисточку выбираешь, нет звука. Когда карандашик, звук есть. Хорошо. Хорошо, век живи, век учись. Туду. Как это сделать, туду? Туду. Да что ж так? А я не знаю, как это сейчас. А, все ясненько. То же самое, только. Ту-ду-ту-ту-ду-ду. Ту. Ту. И другой пас, да? Там ре или ре диез? А? Не помните? А, подождите, у меня же есть бас отсюда. Итак, фа, потом ре, потом ля, потом ми. Фа, ре, ля, ми. Отлично. Запомнили. Ничего сложного. Фа, ре, ля, ми. Так, фа у нас есть. Сейчас я скопирую везде, секундочку. Фа, ре, ля, ми. Угу. Готово. Слушаем. И один и тот же везде бас, да? А потом он, видите, котов у него увеличивается. Ну-ка, если мы здесь сделаем, он будет такой звук или нет? Сейчас мы из него такой звук сделаем. Ладно, мы сделаем это из второго баса. Этот пока у нас будет обычный.
Тот, который на заднем плане, на него еще эхо наложено. А что эхо-то? А, все, я не то делал. Сейчас сделаем. Угу, хорошо, так. Теперь мы сделаем вот что. Теперь мы здесь это все поставим. Оп. И как бы... Потише, да, надо, наверное, да, этот бас сделать сейчас. Ну, собственно, второй бас сейчас будет проще сделать. Сейчас я сделаю insert harmless. А какой же там... А, я вспомнил. Я вспомнил, какой там звук делает такой железно-металло-черепичный. Вот, сейчас, секундочку. Такой вот это вот металл такой. Это у нас, по-моему, ньюк такое создает, когда мы его выкручиваем. Сейчас попробую. А потом я Fake Unity сюда раз. Он... О, видите какой, да? Вот этот он и есть. Это он и есть. Так, мне звонят. Даша. Даша, извини. О, все, пропущенный вызов от Даши. Ну ладно, ты поймешь, почему я не поднял. Так, смотрим дальше. Так. Так, есть такое дело. Так, теперь. Скопирую сюда полностью бас. Сбился я... Так, все. Так, здесь бас. О, здесь эхо никакого нет уже, поэтому я все это отключаю. Фленджер тоже 100 лет не нужен. Вот так. Потом в нужный момент вот этот frequency повысится. Как хорошо, как я придумал, как здорово и замечательно. Так, ну, наверное, надо GLFO какой-то, да? Сейчас послушаю, как это будет звучать, то, что у меня вот уже есть. Все эффекты зудящие, гудящие сзади, которые... Ребят, мы это все поставим потом. Это очень много времени, и это будет последний, третий эпизод. Может, даже четвертый, или я не знаю, как. Ну, просто сюда наставляется куча эффектов, я не знаю. Вы потом напишите мне, надо эти все эффекты вставлять или не нужно. Это очень много времени занимает на самом-то деле. Это будет еще один отдельный урок, как вставлять сюда тупо сэмплы. В общем, включаю, что у меня получается. Вы слышите кик? Я его не слышу, вот честно. Поэтому обязательно, конечно же, надо... ставить сюда GLFO. Во-первых, два эти баса поставить на один и тот же трек, insert вот здесь в микшере, что категорически запрещено, естественно. Вот, и поэтому я это и делаю. И, собственно, сейчас, ну, не категорически запрещено, естественно, но это нехорошо. Это вообще нехорошо, это крайне хорошо как. Ну, что поделаешь. Время есть, время... О, класс! Так, я так полагаю, сейчас я поставлю сюда вот этот вот... Допустим, какой-нибудь саундгудайзер, да, пока что. Потише сделаю звук, потому что сейчас будет видео запирать. И что оно там получается в итоге?
Здесь там, где клэп, обязательно мы поставить должны. Знаете, что мы должны поставить? Мы должны эхо поставить. Я думаю, что-то как-то пластмассово все звучит. Мы ставим эхо. Эхо. Ну, не такое большое. Ну, все эти цик-чик-пск, это все присутствует. Джики-псыки, бзыки. Только это сильно явно, да, сейчас мы их будем, громкость их не уменьшать. А то это сильно, как это, знаете, бзик-пшик. Как... Ой, тем более они почему-то еще и по панораме сместились. Ну ладно. Что у меня с панорамой? Почему в некоторых местах она отвалилась вообще по сторонам? Вообще не понял. А, я вспомнил, что это я чуть-чуть лево делал, все, извините. Так, ладненько. Как бы да, ну ладненько. Итак, как я уже говорил, да, в некотором месте у нас вот этот бас, он немножечко повышается. Конечно, на него наложен уже этот саунд-гудайзер, поэтому он такой крутой. И опять раз, уменьшился. Все, сейчас я это и сделаю. Где там мой Harmless? Где там мое Frequency? Про кнопку мышки Create Automation Clip. Значит, здесь... Вот отсюда мы начинаем повышаться, вот сюда мы приходим, и потом снова раз на 35%, 35%. Угу. Ну, я еще не включал, сейчас послушаем. Так, так, так. А что она не повышается? От фокуса. Автоматизация не работает. Это не там уж. Эй, ё-моё. Ой-ой-ой, а где? Я не то автоматизировал. Delete. 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 А, вот она. Извините, пожалуйста. Все. Оно хоть? Electrobass Frequency, да. Вот так невнимательность до чего доводит. 12%, 15%. Нет, дорогой, 12%. Ну, это потом сгладится все всякими эффектами и так далее. Чуть назад тогда отодвину. 12% есть. Здесь все. Так, вы знаете, наверное, вот на свое фортепиано я наложу некий какой-нибудь трэш-холд.
Если он у меня есть. Нет, ничего. Ладно, максимум положу, чтобы у меня эхо и все это вот так вот вместе в кучу перекучивалось. И делался такой плотный звук из фортепиано. И эхо, кстати, когда мы делаем компрессию и на эхо тоже, то и эхо становится плотным. И, в общем-то, это тоже своеобразный такой звук получается. Так, у меня сильно высокие частоты бахают. Сейчас я их вот так. Вот так. Итак, в этом вот максимусе я сейчас поубираю эти высокие, потому что он их сильно выделывает наружу. Вот это цик-цик-цик-цик, это, конечно, убийство мозга, поэтому я сейчас, наверное, здесь их полностью уберу. А, нет, не так сделаю, я их здесь оставлю такой же, а еще одну добавлю, менее заметную отсюда. Вот эту. И здесь поставлю так цик. Вот надо было оттуда скопировать. Дурачок я. Дурачок. 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 Надо было скопировать оттуда. Вот же ему. Оттуда. Все. И делаю тихо. Чуть-чуть влево. Эти чуть-чуть вправо. Пойдет. Красота. Еще сюда эффекты сверху, еще всякая ерунды, еще посидеть дня два по-хорошему, и будет все хорошо. Так, что там у нас в оригинале? Сейчас я отключу, а то он сильно круто будет звучать. Вот, все, теперь нормально. Так, тут пад появился, да? Такое просветление как их зовут эти твари, которые летают с крыльями? О, феи! Как фея прилетела. Сейчас вот послушайте, такой пад появляется. Такое просветление такое. Прилетают феи, кружат над нами, над головой. Мы от них укрываемся зонтиками, потому что мало ли феи могут быть как голуби. Какой-то бред я несу. И мы находим, какой у нас синтезатор, у которого хорошие пады. Кто знает? Я не помню. Давайте возьмем Harmless. Более современный или не знаю, как сказать... Пады, где пады? Ну, смотрим, какие пады. Это не просветление, это убили главного короля средневековья. Это он ожил. Не, вы знаете, какие-то они тут мрачные. А где что-то у нас позитивное? А позитивное у нас в Silence, опять же, да? Какие же они тут позитивные? Они тут... Тут вообще пады есть? А, вот ПД, пады. Ну, хоть клацать тут можно. Сейчас, секунду. Mm-hmm.
Вот это просветление или нет? Слушайте, это кошмар. Давайте так, я сейчас поставлю ноты, а потом на эти ноты буду уже выбирать звук. Ну, все-таки будет это, наверное, силинт, да? И мы помним прекрасно, что у нас сначала идет фа диез, потом ре, потом что? А я не помню, что ля и ми. Опа. А я не понял. А, это надо было на цифру 2 нажать. О, ё-моё. Ну, сейчас. Так, фа, ре, ля, ми. Так, всё. Ну, извините, но давайте мы вместе, дружно с вами представим, что это действительно такой же, как и там. Потому что мне уже пора заканчивать. Вот. Так, я снова крутость включаю. Где моя крутость? Вот она, моя крутость. Вы знаете, мне вот все бы хорошо, но вот эти высокие частоты, вот эти зудящие этот звук, мне его надо убрать. Куча, что он на меня вообще не реагирует, вообще никак. Так, я наглый. Красота, только вот это мне что-то не нравится. Давайте я эту вещь на октаву подниму вот так. Так хочется, что тут вообще другой должен быть этот. Не ля, а не знаю даже что. Что тут может быть? Тут в басе, значит в басе тут ля. Где вообще бас? Вот он, да? В басе тут ля. А, значит, в паде не ля, да? А что у нас параллельно ля? Красиво звучащее. До. А ну-ка, если до я сюда поставлю. Чё-то вообще оно не параллельно звучащее. А, я понял. Это синтезатор и какой-то там, наверное, какой-то там или мажорный, или минорный аккорд, а здесь он встречается другой, поэтому такой звук нехороший. А давай мы его сделаем тихо-тихо-тихо. И такое чувство, что его и нет. А еще, если еще лучше добавим, я вспомнил цитрус. В цитрусе тоже хорошие пады. Это мы сюда скопируем, сюда вставим. И здесь мы уже найдем еще один какой-нибудь такой благовонствующий пад.
И у нас надо атаку маленькую сделать, да? Точнее, наоборот, большую. Большую атаку. Конечно, она так прям большой и стала. Так, заходим в FX и сюда передвигаем. Раз. Конечно, да. Так она опять же. А ну-ка. То ты посмотри. Что, везде тебе что ли сделать? Я не углублялся, но вот это вот моя и ошибка. Ну, значит, везде тебя сделаю дальше. И тут тебя сделаю дальше. И тут тебя сделаю дальше. А, ну все равно... А, вот ну, и тут, слушайте, я везде, наверное, сделаю дальше. Вообще обычно работает. Вот в той стороне, в FX. А тут, я не знаю. Пады, может, они какие-то отдельные люди живущие. Не, ну все равно. Все равно, зараза, ладно, я так сделаю. Не, пад говн нехороший. Дарк. Зачем мне Дарк? Выбрал я, называется. Есть какое-нибудь тут позитивное название? Там, не знаю, там, допустим, Флейтус или, не знаю, Супер Настроениус, там, я не знаю, Приходус, Феиус. Нету? Синт. Нет, это резко. Я не хочу там выкручивать. Даун. Даун, это, да, это само название себя говорит. Ну какую-нибудь позитивщину давайте мне. Аква давайте. Да что ж за какой-то... Утонула гитара там, что ли? Атлант. Нормально, пойдет. Нашел наконец-таки сочетание этих двух падов. Смотрим, что получается. Эффектов нет, сразу говорю. Ага, я вот на вот этом цике, бзыке, вот на этом... Есть такой эффект, остаточный, это вот делается следующим образом. Реверберация, здесь поменьше, здесь поменьше, но зато при дилее большой. Все, достаточно, все, достаточно, я пошел кушать. Всем всего доброго, ждите очередного эпизода, дальше буду продолжать, сейчас сохраню, подписываемся и, в общем, слушаем, может, мне какие-нибудь треки новые выходят. Всего доброго всем, всем привет, диджей Фрезер, по-моему, так, я даже уже забыл, полгода назад парниша меня просил передать ему привет, диджей Фрезер, спасибо тебе большое за поддержку. В самом вообще начале всего, что я вот это все начал делать, вот он меня поддерживал, что-то пропал куда-то, ну ладно. В общем, привет тебе, респект, всем, ребят, вот тоже вам всем привет, и большие-большие-большие, вас много, чему я очень рад, и значит, я вот это все сижу и делаю все это не напрасно. Всего доброго, до свидания.